Это откровение перед самим собой. Следишь за ситуацией в стране, волнуешься за здоровье близких и родных, стараешься участвовать, делать, что в твоих силах, или не стараешься? Почему? Ждешь харизматичного лидера? Супермена? Может, не позволяют обстоятельства? Много дел, мало сил, не можешь рисковать, давят на работе, не разделяют позицию близкие, не веришь, что от тебя что-то зависит. Не обманывай себя. Дело в другом. Тебя просто еще не сильно задело. Горло подступает, но еще дышишь. Главное, волну не гнать. А там, как и всегда, надежда, что принесет. Родственников пока не избивали. Бизнес раскулачивают, но соседский. На кредиты и рассрочки еще денег хватает. Дети из страны не эмигрировали. Пугают, но пока тут. Была мысль, через сколько закрутят гайки. Знаешь, какая вероятность, что пронесет? Ноль. Или уровень достоинства критически низкий. Жить на $200 сможешь? А ползарплаты продуктами? Детей видеть только по видеозвонкам. В инвалидной коляске дочь катать. На пенсию в 70 и продолжать работать, чтоб на коммуналку хватало. Бояться остаток жизни рот открыть из-за того, что в нужный момент не сделал этого. Не отмахивайся, мол, не про тебя все это. Тут либо под каждым словом подписываешься, либо это все ты и есть. Тебе бы спокойствие. Дети уже взрослые, сами за себя все решат. Проголосовал 9-го, даже на марш в воскресенье ходил. Что еще кому должен? Ошибаешься. Сильно ошибаешься. Должен. Ой, как должен. Ты, я, мы должны тем, кого насиловали в СИЗО. Тем, кто работу потерял за правду. Тем матерям, что без детей остались. Тем, кто сидит по уголовным делам. Семье своей должны оставить страну для жизни. Диктатор задал вектор движения. Движение вниз. Нищета, репрессии и геноцид общества. Северная Корея, Венесуэла и его ориентиры. А твое молчание – идеальный аккомпанемент. Чем больше сегодня позволил, тем жестче завтра будут унижать и калечить нас всех. Не нужны нам лидеры. Они из тюрем не помогут. С режимом справится только сильное общество. И ты – часть этого общества. Помогай общественным инициативам. Помогай, как можешь. Не копай своим бездействием могилу белорусскому народу. Любовь намного сильнее страха. Люби себя, свою страну и своих близких. Страшно потерять их, а не свой комфорт.